До нашої бадьорої студії сьогодні завітав дуже і дуже важливий гість – психолог Євгенія Нетребенко. Дивіться, якщо ви розумієте, що у вас погіршився настрій, ви почали їсти занадто багато солодкого, вживати алкоголь чи нікотин, чи просто ви почали боятися, ну це вже перші дзвіночки. Доброго ранку. Доброго раночка. Одразу хотілося б запитати, зараз люди в такому шаленому темпі працюють постійно. І ну дійсно… Відбувається часто емоційне вигорання. Як з цим боротися, або як зробити так, щоб не допустити цього? Самое лучшее – это отвлечься, потому что когда мы делаем определенные движения очень часто и очень долго, определенные нейронные сети, если я доступно объясняю, нейронные сети, они, грубо говоря, устают. И нужно им дать отдохнуть и переключиться на другие. То есть, как правило, выспаться, там, дома побыть, поесть – этого недостаточно. Нужно переключиться на другой вид деятельности. Тобто краще, наприклад, вийти в парк, прогулятися там півгодинки, годинку, так? Просто змінити? Це як мінімум. Нужно позволить пустить нове событие в свою жизнь. Тобто відволіктись – це як і профілактичний засіб від втоми, і як лікувальний, власне. Звісно. Це теж своєго роду терапія, просто без психолога. Доступна кожному. Яким чином краще відволікатися? Ви вже сказали, якісь такі позитивні емоції. Які ще бувають варіанти, от, щоб дійсно відпочив і мозок, і тіло, і от все вкупі, і ви налаштувалися на продуктивну роботу? Ну, смотрите, якщо ця робота зв'язана з чим-то інтелектуальним, то краще переключитися на фізичні рухання якісь. Це спортзал, як правило. И тому подобное. Сейчас лето, это будут канатные парки. Вот. Сменить вид деятельности. Если это физиологические какие-то действия, опять же, если вы тренер в спортзале, то лучше посидеть дома с книгой. Класс. Тобто протилежне. Абсолютно, да. Жень, ми зараз торкаємося дуже важливої теми, враховуючи те, що був локдаун, у людей погіршився емоційний стан. Панічні атаки – це, на жаль, зараз дуже популярне явище. Як зрозуміти, що ти вже на грані вигорання і ось-ось вже піймаєш атаку? Панічні атаки не зв'язані з вигоранням. Це окремий синдром. Вот. Як він з'являється і як з ним боротися? Получається, є люди, які знаходяться в зоні риска. Ті люди, у яких появляются панические атаки, они либо росли в нездоровой психоэмоциональной обстановке, либо они принимают наркотики с алкоголем, это какие-то стимулирующие такие вещества. Потом люди с ишемическими болезнями, с болезнями сердца и так далее. Вот, есть определенные риски. К тому же хотела бы сказать, что женщины страдают чаще этим. Гормональний фон і тому подобне. А які стрес-фактори можуть вплинути на панічну атаку? Стрес-фактор? Ну, є такі речі, як паттерн, тобі ж, це з дитинства. Допустим, була ситуація, коли от жінка, будучи вже взрослою, в дитинстві вона виконувала якісь закази матері, грубо говоря. Вона жила не для себе. І в взрослій житті, коли вона починала щось робити ради свого удовольствия, у неї починалися панічні атаки. Тому що у неї була установка не жити для себе. Вот. Ее организм отрицал это и просто выключался. Тобто все йде, как правило, с нашего дитинства. И... Ну не все, опять же, я таки повторюсь. Есть люди, которые обладают какими-то такими условиями, что они принимают лекарства наркотические. Да? То ну, есть лекарства, наркотики. Да. Ну, да, в основном, если это работа психолога, то это связано, как правило, с детства. То есть организм наш, то, что он не может вывести, это связано и с бактериями, и с вирусами и так далее, он капсулирует. Так. Все. Бактерии, вирусы, то же самое и опыт. Он где-то на подсознании у нас лежит, закапсулирован. И плюс вот женщина, которая в детстве переживала, вот, допустим, определенные травмы, да, у нее появляются свои дети, и психика это вспоминает. И у нее начинаются панические атаки, она это связывает со своими детьми, то есть они появляются, вот, она вспоминает себя, грубо говоря, так. И это все возрождается, начинаются панические атаки. Жень, коли уже трапилась панічна атака, що робити? Что делать? Во-первых, человек может помочь себе сам. Так. То есть работа психолога учит человека определенным техникам. Как правило, это техники дыхания, контролировать собственное дыхание.
Вот. Помнить о том, это уже скорее делегировать на тех, кто рядом находится, что ты здесь, сейчас, все в порядке, потому что иметь устойчивое убеждение того, что от панических атак не умирают, потому что чаще всего панические атаки сопровождаются острым страхом смерти. Угу. Вот. А наскільки це поширена зараз проблема в Україні? Дійсно, чи багато людей страждає від панічних атак? Много. Вообще, если брать общую картину, то это от 1 до 3% населения. Угу. Почему я говорю от 1 до 3? Потому что в различных странах варьируется. Вот. Які перші симптоми варто розпізнати, от, щоб не допустити, не знаю, погіршення ситуації? Погіршення ситуації. Во-первых, паническая атака, она начинается почти мгновенно. Это несколько угу. секунд. Ее очень сложно не перепутать с приступом сердца и так далее. То есть, да, человек точно должен знать, что это у него паническая атака. Для этого он должен проводить какие-то анализы определенные. Uh-huh. То есть, если у человека случилась паническая атака, это нужно идти не к психологу, а к врачу общего профиля, сдавать анализы. Uh-huh. То есть знать, что это опять-таки не проблемы с сердцем, не гормональные, не ишемические болезни. То есть он четко должен знать, что это паническая атака. Распознать вы за несколько секунд не сможете это сделать. Вот. Чтобы помочь в этой ситуации, нужно четко знать, что с тобой происходит. Ага. А чи пов'язані якось от панічні атаки з депресією? Чи, можливо, їх можна переплутати між собою? Я бы не сказала, что это имеет прямую какую-то закономерность, потому что есть определенные психические заболевания, при которых сопутствующим есть панические атаки, но в перерывах между паническими атаками человек может абсолютно не испытывать чувства тревоги и так далее. Угу. До речі, ти згадала про відчуття тривоги. Воно теж наразі дуже популярне. Угу. От як боротися з тривогою, яка тебе постійно донімає? Тревога вообще это определенная нейронная сеть, так. уже сформированная. Угу. Если она периодически возникает, значит, она активируется. Угу. Задача просто разорвать эту сеть, ну, грубо говоря, то есть снизить ее работу. Это как и медикаментозное лечение, так и терапия. Угу. То же самое, кстати, в отношении панических атак. Тобто, в принципе, это все на рівні звички. Яку можна переламати. Это то, к чему организм привык, да, но мы это не можем контролировать, потому что над этим работает наше подсознание. Как известно, подсознание управляет нами больше, чем 90%. От хотілося запитати, як психолог працює з людиною, у якої часто такий тривожний стан? Це, можливо, якісь вправи, можливо, якісь, не знаю... Да, есть определенные упражнения, но опять-таки я не решусь сказать, как именно психологи. Все психологи абсолютно разные, есть очень много направлений. Каждое направление предлагает свои методы. Угу. Вот, если брать, допустим, панические атаки и тревогу, я бы посоветовала КПТ. Это направление психологии, их очень много, когнитивно-поведенческая терапия. Ага, я зрозуміла. А чи може людина от сама, от, навіть дивлячись наш ефір перед телевізором, розпізнати, чи виміряти, можливо, рівень своєї тривожності? Да, є определені тести, в принципі. Хоча це, мабуть, складно. Лучше сходити к психологу. Краще все ж таки звертатися до психолога. Да, тому що вона може, або він може, определити свій рівень тривоги, але справитися з ним. Впоратися тільки з психологом можна. Якщо чоловік займається медитаціями, ага. і так далі. Кстати, хороший метод. Медитація? Так. Да? Просто звичайна медитація, сісти там... Ну, опять-таки, качественная медитація требує опыта в этом. Так. Вот, поэтому я говорю, що лучше пойти к психологу. Угу. Жень, ти згадала про нашу підсвідомість. Угу. А як відомо, підсвідомість нами керує... Угу. От так, ми як комп'ютер. Скажи, а є якісь... Це вже НЛПРський термін, НЛП. Так, зрозумів. Я просто, мене певним чином цікавила ця тема, і от угу. я розумію, що підсвідомість наша – це повністю наше все життя. І якщо там є щось негативне, то це негативне впливає абсолютно на всі спектри нашого життя. Це може бути навіть невпевненість у собі іноді. Внутрішній критик. Це ж воно. Внутренний критик. Это вы имеете в виду критиковать себя или окружающих? Самое себе.
От якщо у нас на підсвідомості щось не те, так, то у нас і з'являються якісь. Ну, це класична ситуація, коли батьки много требували. Угу. Он много себе не позволяет. Опять-таки, все имеет обратную сторону. Если человек, допустим, критикует окружающее, то, как правило, он критикует в этом окружении себя. Потому что это его картина мира, и вот он свою картину мира критикует. Ага, все ж таки мы находим відображення себе. Ось. Абсолютно, да. Так. А є якісь методи, можливо, якась техніка, як людина може змінити негативне підсвідомості на позитив? От сама, власне, там, сидячи вдома. Смотрите, это работает так. То есть, когда ты искореняешь определенную схему, по которой ты живешь, так, тебе нужно непременно ее заменить чем-то другим. Потому что искоренить просто что-то – это полдела. Оно все равно будет либо возвращаться, либо заместиться, как правило, чем-то неэкологичным. Ну, то есть другой установкой, которая будет работать не факт, что эффективно. А можешь пояснить, как правильно это делать? Это работа с психологом. Ага, то есть это людина сама не помнится. Опять-таки, да, потому что это работа с подсознанием. У нас с детства закладываются определенные схемы, по которым мы живем. Так. Вот опять-таки, если брать аналогию компьютера, как правило, у нас, если брать родители или наше окружение, это программисты, которые, как правило, не слишком профессиональны. Вот. И задача психолога — заменить вот эти вот деструктивные программы, которые, может быть, в детстве работали, сейчас нет, на более продуктивные. Вот. Это должно быть обязательно. Искоренить, там, допустим, неуверенность в себе, это так не сработает. Нужно чем-то заменить. Ми заговорили про дітей. Чи, повертаючись до теми, до нашої теми панічних атак, чи часто у дітей виникають вони? І як батькам реагувати на таке? Панічні атаки? У дітей нет, ну, смотря какого возраста. Потому что при панічних атаках нужно понимать, что человек либо диссоциирует, то бишь он не связывает с собой свои же действия. Он свои же действия воспринимает как какие-то чужие, то есть он не ощущает свое тело. Либо он понимает, что все, что происходит вокруг, с ним вообще никак не связано, он в этой обстановке не находится и тому подобное. То есть ребенок в зависимости от возраста не всегда отделяет себя от окружающей среды, то есть психика на это еще не способна. Вот я не сказала, что у детей они чаще, скорее реже. Ну и давайте на завершение поради від вас як психолога, як уберегти себе і не допустити жодних панічних атак. Самое простое – это осознавать, где ты, что ты делаешь, посмотреть на потолок, на стены, на свою одежду, что стоит перед тобой, и понять, что в это мгновение ты здесь. Это самое верное. Топ-топ. И относиться к мыслям, к плохим, как к бродячим собакам, потому что мысль пришла и ушла, и тебя она никак не... Відганяти їх варто. Да. От це так... Вибачте, я от просто хочу на завершення. Це дуже важлива тема, тому що людей з негативним мисленням, ну, дуже багато. І у них є така одна особливість, вони зразу моментально повністю заполонюють нашу увагу. От як до них так ставитися, щоб, ну, як до бродячих псів, то добре, але як же робити так, щоб ця наша увага не була з ними зосереджена? Понимають, що негативні емоції, вони більш питательні, енергетичний заряд, вони мають більш, ніж позитивні. Вот. І вони і понимають, що чоловік просто від тебе питається. Ага. Не дати йому цей істочник. Можно просто, есть миллион корректных способов сказать, что я не хочу это обсуждать. У меня другие дела. Знаете, есть один ребенок, который, когда что-то не хочет, он говорит, одну минутку, и уходит. Одну минутку я сейчас. И уйти часа на пол. Так, классно. Вот. Ну, друзі, дотримуйтесь таких от важливих і, на перший погляд, дійсно простих порад, аби бути в гармонії з собою і з навколишнім світом. Друзі, дякую, що були з нами. Не забувайте підписатися на наш YouTube-канал, аби не пропустити жодного цікавого та корисного для кожного вас відео. Ну і щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, давайте ще раз, бо це було щось не дуже. Найактишо. А я хотів сказати. Тань, давай... Щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію... Ну, скажеш, коли можна. І щоб першими отримувати найактуальнішу інформацію, вмикайте дзвіночок.